Яркий, широко известный и очень вокальный проект «Джаз в Хакасии» уже третий год объединяет лучших музыкантов со всей страны. Всероссийская мастерская музыки будет проходить в Абакане 5 дней. Так у зрителей появится возможность посетить несколько концертов в рамках фестиваля. Посмотреть на одно из самых зажигательных выступлений горожане смогут 16 и 17 апреля. А сегодня абаканцев ждут самые юные исполнители джаза, ребята от 6 до 18 лет. Это учащиеся музыкальных школ, колледжа и вокальных студий города. Именно они откроют проект под названием «Джаз собирает друзей». То, что происходит сегодня в 2023 году, это уникальное событие в принципе для страны, потому что в рамках одного события мы объединяем разноформатные мероприятия. Сегодня стартовал детский фестиваль «Джаз собирает друзей». Он второй, и он собрал рекордное количество участников. 14 апреля будет проходить традиционный межрегиональный фестиваль, который будет уже 29-м по счету. А 15 апреля в филармонии пройдет Всероссийский фестиваль авторского ансамблевого джаза. Джазовое движение зародилось в Хакасии благодаря Александру Куцу, который открыл эстрадно-джазовое отделение на базе Абаканского музыкального училища. Мужчине не стало 30 лет назад, а в память о нем стали проводиться творческие вечера, которые через много лет и переросли в такой масштабный проект, получивший огласку по всей стране. Фестиваль авторского ансамблевого джаза объединит лучших музыкантов из Ростова-на-Дону, Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и других крупнейших городов России. Гала-концерт состоится 6 апреля в Республиканской филармонии. Вход свободный. Ксения Майер, Владислав Воронов. Новости.